вот это возле автостанции. Новый блокпост. Там БТР. БТР обклали этими бетонными блоками. Флаг России, мешки, и сидят вооруженные люди. Много-много, ну как много, 10 человек, может быть, 15 вооруженных людей, а также песок и пушка. Вот БТР направлена на город, а не на выезд. Это улица Горностаевская, возле мотеля, да, вот. Подойти поближе как-то страшно, нам не советовали этого делать. А что они здесь? Вроде бы же на Чайкинском блокпост. Ну, типа, вот, там же за Перевальную у нас. Yeah.